друзья, всем привет! Начнем мы наше очень интересное путешествие по множеству интересных моментов. Что и как все это происходит, мы уже разбирались. Но давайте все-таки разберемся теперь, кто за этим стоит. Ведь множество технологий, которые нам неизвестны, мы видим часто по телевизору, как разрабатывают роботы, дроны или что-то еще. Но есть только одно и очень интересное явление, которое называется секретно-тайное оружие. И по поводу этого мы с вами сегодня поговорим. Не поленитесь, поставьте лайк, оставьте комментарии, ну а мы, друзья, с вами начинаем. В связи с всей ситуацией у нас много чего происходило, и самое главное то, что мы видим, слышим. И есть множество секретных технологий, которые от нас скрыты. Кто-то думает, что это Россия разрабатывает, кто-то Китай, а кто-то думает весь мир. Давайте все-таки мы разберемся. Ну а вы не забудьте поставить лайк. Знаете, что самое интересное, что Советский Союз и США раньше были, можно сказать, бойцами в то время. Они разрабатывали, кто больше разработает гранат, бомб и даже ядерных боеголовок. И стало то, что должно было произойти, ну, реформа или что-то, нечто необычное. Кто-то пытался найти технологии, которые были закопаны в земле, кто-то пытался их создать, но это уже не важно. Советский Союз в то время тайно разрабатывал множество технологий. Кто-то утверждает лазерные, кто-то плазменные, а кто-то даже думает, что есть, друзья, те иные силы, которые им и помогали. Но это еще не все. За последнее время вы можете видеть несколько удивительных фрагментов. Посмотрите на эту удивительную картину. Вам не кажется, что здесь что-то происходит? А самое главное это то, что множество очевидцев, наверное, скажут, что это фейк. Перед вами находится несколько удивительных фрагментов истребителей, которые были атакованы нечто и необычным врагом. Кто-то думает, что это НЛО, но на самом деле есть множество интересных событий, которые это могут доказать. Но мы сегодня про это и не будем говорить. Множество людей сталкиваются с НЛО. Это реально. Есть разные события, которые вас могут и шокировать, а могут даже и напугать. Но кажется то, что множество из вас людей, которые реально думают, что это фейк, но это вы думаете. Вот, друзья, необычный фрагмент разработок. Я уверен, что вы никогда такого не видели. Нет, может, где-то и в фильмах видели. Но это необычное оружие называется по разным категориям и по разным названиям. Но это оружие еще нигде вы не увидите. Но это мое субъективное мнение. Перед вами, друзья, самый секретный и самый опасный самолет в мире. Так мы его назовем в этом моменте. Что он перевозит на спине, вы видите прямо сейчас. Но вы не понимаете, что этот объект может сделать. Это лазерная установка или, как утверждают, плазменная. Есть множество событий, которые происходили. И эта необычная пушка может сжечь целый город. Представляете? Перед вами уникальные кадры, но вопрос, кто заснял эти уникальные кадры? Есть множество испытаний, которые проходят люди, и есть те места, где создают условия для прохождения этих испытаний. Создают города, создают много чего другого, и перед вами происходит уникальный момент. Лазерная пушка сжигает все на своем пути, но это еще не все. Американские пилоты стали замечать, как в небе происходят уникальные события. Все думали, что это ракета или что-то наподобие. Туда было отправлено два истребителя. Это необычное видео было заснято на Аляске. Суть в том, что США часто видят какие-то необычные надувные шары или что-то наподобие. Но вот вопрос для тех, кто хочет реально узнать правду. Перед вами, друзья, спутник.
Нет, не тот спутник, который в космосе летает. Этот спутник полетит в космос. На нем установлены несколько шарообразных шариков, которые вы видите впереди. Это, друзья, вы не поверите, ядерные боеголовки. Зачем запускать ядерную боеголовку, когда можно ее просто запустить через специальную ракету? И оно будет висеть хоть годами, хоть столетиями. И управляется все это через специальную связь. Вы видите, на нем установлены солнечные энергетические батареи. Но это еще не все. F-18 пилот перехватил, но не зная того, что он видел, ему приказ не дали уничтожать. Но правда это или нет, мы не узнаем, потому что технологии останутся засекречены. А вот еще очень интересный момент. То же самое, друзья. Но здесь происходят уникальные моменты, которые вы еще не видели. Перед вами находится уже лазерная установка, а это уже принадлежит, скорее всего, США или НАТО. Это то же самое, что предыдущее, но здесь совсем другое. Накапливание энергии находится именно не в центре, в самой, а именно по тому месту, где расположены специальные энергетические центры. То есть у этого объекта есть своя автономная энергия. Все же знают, есть электростанции, атомные станции, а это внутренняя станция. И оно накапливает энергию не за счет этого реактора, а за счет солнечных лучей. Конечно, это странно звучит, но это так и есть. Но опять же, все влияет на погодные условия. Если вам было, друзья, интересно и вы увидели много чего необычного, то поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. Я надеюсь, я больше вам покажу и расскажу, что и как происходит с нашим миром и кто за этим стоит. Так что, друзья, всем хорошего дня, хороших выходных. А я с вами, как всегда, прощаюсь. Тайна НЛО. Пока-пока. Итак, не хочу всех... Вот так. Ну вот, друзья. Скорее всего, эта концовка начинает происходить. Да, так и ждали. Всем привет! Вы на канале Тайна НЛО, и сегодня для вас есть очень интересный момент. Кто-то из вас, наверное, уже видел несколько удивительных фрагментов, но такие вы еще не видели. Досмотрите до конца этот необычный видеосюжет, поставьте лайк или хотя бы подпишитесь. Нечто похожее было замечено на Кавказе. Несколько летающих объектов шарообразного момента были замечены именно в горах. Очевидцы увидели этот необычный момент, когда начали расставлять палатку. Кто-то будет задавать вопросы, что это спутники, кто-то будет говорить, что это шары. На самом деле вы видите прямо сейчас на своих экранах нечто интересное. Подписчики считают, что это НЛО. И тот очевидец, который снял, он давно здесь находится и лазит по горным вершинам, никогда такого еще не видел. Это видео было заснято 27 сентября 2024 года. Подумайте сами, друзья, что вы видите и реально, что НЛО может быть и на Кавказе. Есть множество других событий, которые вас сейчас напугают. Второе видео необычного формата, которое нам прислал подписчик, рассказал, что множество событий, которые он видел, это он сигнализирует как страшное и необычное явление. Перед вами необычный момент. Подписчик
не захотел показывать свое лицо. Ведь то, что он показывает сейчас, вы видите прямо на своих экранах. Это необычный дискообразный объект. Как говорили раньше, эти летающие объекты могут маскироваться под снег. И ведь множество людей, которые видят такие уникальные картинки, считают, что это неправда и фейк. Видео было заснято 16 ноября. Как вы думаете, что здесь не так? После этого необычного видео, как рассказал нам очевидец, с ним связались правоохранительные органы и начали допрашивать, откуда у вас такой необычный видеосюжет. Ведь множество видеосюжетов надо подтверждать. Оказывается, что здесь, друзья, недалеко располагается военная часть. И скорее всего, это и есть секретная разработка, которая похожа на дискообразный объект. Но это не точно. Подписчик оставил очень интересную заметку по этому видео и оставил координаты нам. И попросил, если вам будет интересно, можете приехать и увидеть своими глазами. Но самый интересный момент происходит не только в таких событиях, но и в других. Это видео было заснято, друзья, 18 сентября 2024 года. Точно не буду говорить, где именно, но перед вами необычный летающий корабль, который уходит в туман. За последнее время можно было видеть много чего интересного, и самое интересное это на нашем канале. Не забудьте поставить лайк, друзья, но мы продолжаем дальше. Ведь множество таких космических кораблей, как сейчас мы видим с вами, считается, что это утерянное знание. Ведь нашу планету не понять, кто ее создатель. Но давайте все-таки разберемся. Перед вами нечто похожее на квадратный объект, который уходит именно в туман. Подписчик, который рассказал про это видео, не успел заснять полностью. Он летел так быстро, что просто-напросто мы еле успели включить камеру. После этого вы видите сами, что происходит. Это видео необычного формата уже может напугать множество людей. Также эти данные засекречены. Откуда это было снято и кем? Ведь множество людей, которые считают, что НЛО не существует, на самом деле вы видите прямо сейчас. Но не торопитесь, может это и не НЛО. Может это военная разработка, которая идет в ногу во времени. Следующий видеосюжет сигнализирует о помощи. Не так давно в этом месте рухнул, как утверждали, метеорит или астероид. На самом деле это не был ни астероид, ни метеорит. Данные также засекречены. Никто не знает, где именно было заснято это видео. Но на видео мы видим, как огромный космический корабль, а именно НЛО, необычным освещающим белым лучом поднимает второй, но поменьше, объект НЛО. Конечно, это странно звучит, но это видео. Но это еще не все. Почему власти скрывали правду? И почему они сказали, что упал метеорит или астероид? Ведь мы на кадрах видим, как НЛО спасает. Множество событий, которые на самом деле от нас скрывают, мы даже не понимаем, что происходит. От нас скрывают много чего. И самое главное, нам врут. Нам врут в глаза, нам говорят, что это так и должно быть. Но самый интересный момент это то, что мы когда с вами сталкиваемся в необычном формате, и видео, которое мы видим, это уже интересно. Но вы не думайте, что это просто видео. Ведь есть каждое видео смысл. Ну и последний необычный формат видео, которое вас, друзья, может и шокирует, я не знаю, как объяснить. Подписчик рассказал, что это видео было заснято именно им. Он увидел, как в небе происходят уникальные вспышки. Но до этого он рассказывал, что в этих местах были необычные смерчи и торнадо. Он подумал, что здесь может быть. После этого он увидел своими глазами, как вдали происходят уникальные моменты. И вы это как раз видите. Но что самое интересное, это видео набрало почти 700 тысяч просмотров.
Но суть не в этом. Нас, друзья, пытаются обмануть. Ведь множество объектов НЛО пытаются создавать такой необычный фрагмент положительных эмоций на нашей планете, чтобы сбалансировать природу. Мы видели, как объекты НЛО спасали от пожаров леса. Мы видели НЛО, как пытался спасти человека от цунами. Мы видели, как все происходит. Мы видели, как на метеорит упал на Челябинск. Именно взрыв был, не долетел до Земли. Вы думаете, что это все так просто происходит? Нет, друзья, подумайте сами. Ведь мы видим только то, что нам показывают именно по телевизору. А на самом деле, подумайте сами. Может, здесь происходят какие-то другие дела, которые нам неизвестны. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а я с вами прощаюсь. Как вообще он может это снимать? Стой, смотри на него, чё он? Ага. Всем привет, друзья и подписчики! Вы на канале Тайное НЛО. И сегодня для вас есть много интересного. Мы разберем сегодня и оружие, и НЛО, и кто их создает, и почему их создает, и может даже это не НЛО, а может это какие-то сверхсекретные разработки. Но для начала не забудьте поставить лайк и хотя бы подписаться. Нет, не хотя бы, а подпишитесь. Ну а мы начинаем. За последнее время я хочу вас, друзья, не только удивить, но и напугать. За последнее время мы видим уникальные события. Спиральные ракеты, летающие дискообразные объекты, падение каких-то астероидов, потом оказывается это не астероиды, а какие-то материи. Но опять же, почему это все происходит именно на Земле? Почему не в космосе, там они там не взрываются, а именно на Земле? Все очень просто. Мы не знаем, кто это вообще такое. Перед вами уникальные кадры, которые запечатлели в Грузии. Да, друзья, в Грузии. Нечто необычное, похоже на робот или что-то летающее, пролетело рядом необычным моментом. Подписчики утверждают, что это было нечто. Огромный такой массивный объект пролетает рядом с ними. И удивительно, никто даже не пытался его остановить. Как вы думаете, куда он полетел? В город или в горы? Я уже об этом говорил, что Кавказ, друзья, скрывает очень многое. Но давайте мы не будем останавливаться на этом и пойдем к второму. Удивительно, а вам не кажется, что-то все странно стало происходить? Мы видим НЛО, а думаем, что это может не НЛО, а может это НЛО. Неважно. Перед вами, друзья, уникальные кадры, которые удалось запечатлить именно военным. Военные стояли и смотрели, как рядом с водохранилищем пролетает неопознанный летающий объект. Кстати, я не могу вам точно сказать, где это, потому что это засекречено. Но суть не в этом. Суть в том, что это необычно было очень масштабное появление. Как утверждают военные, они даже не понимали, что они видят и кого они видят. Этот необычный объект именно вылетел с водохранилища, а именно из воды. После этого он полетел в сторону города. Также я не могу сказать какого, потому что все это засекречено. Ибо если я скажу, множество людей сюда и приедут искать таких объектов. Но опять же, как утверждают, может это и тайная секретная разработка, но нам неизведана эта информация. Мы будем только следить за тем моментом, который нам будут присылать зрители, подписчики и наши любимые хейтеры. Но это еще не все. После этого момента сюда было созвано прям две бригады военных и два вертолета. Зачем? Почему?
также неизвестно, но эту информацию надо еще подтвердить, так что мы будем еще расследовать наш удивительный момент. Но что интересно происходит дальше? О третьем видеосюжете вы, наверное, наслыханы. Нет, вам не показывали? Ну, давайте я вам покажу. Очевидец проезжал один, можно сказать, горный поселок и заметил, как вдали какой-то необычный синий цвет. Он, приближая к этому объекту, начал включать камеру и ужаснулся. Перед ним какая-то секретное орудие. Нет, может даже технология. Но, друзья, давайте поставьте лайк, а я продолжу. И, в общем, когда он ехал на своем автомобиле, даже не поверил своими глазами. Он даже начал говорить, что это НЛО. Но в связи всей ситуации мы знаем, что множество тайн это может даже не НЛО. Но что тогда может быть, вы спросите меня? Знаете, что множество людей верят только в то, что им внушают. То есть по телевизору им говорят все хорошо, они верят. По телевизору говорят все замечательно, они верят. Но люди делятся на два фронта. Верят и не верят. А третий фронт им пофигу. И в общем этот объект появился в этом месте. Кстати, здесь располагается военная часть. Ну, думайте сами, я не намекаю. А вот еще очень интересный момент, который случился прямо в воздухе, в небе, прямо над головой одного, но очень интересного человека. То есть, в общем, перед вами, друзья, находится очень уникальный момент, который называется похищение сразу два объекта, то есть военного типа. НЛО, который вы сейчас видите, был замечен именно пассажирами самолета. Я не знаю, как это вообще происходит, но меня просто настораживает то, почему F-16 и дрон был похищен. Зачем? А может, это все в воздухе было, а может, какая-то операция, может, должны были нанести какой-то удар, и летающий объект просто похитил. Посмотрите, он прям их крутит вокруг себя. Понятно, что у пилота закрыт люк, он, значит, не выпрыгнул, это значит, что он еще там. Интересно, а все с ним там в порядке или нет? Как вы думаете, друзья, оставьте комментарии по поводу этого, может, это вообще что-то сверхъестественного. Но мы идем к следующему видео сюжета. Знаете, что самое интересное, когда парень снимает НЛО или что-то наподобие, он думает, что это НЛО. На самом деле нет. В этом месте как раз находится красная зона. Это очень опасное место, поэтому, друзья, множество людей не пытаются сюда приехать, потому что эту зону охраняют, как все местные жители даже говорят, какие-то аномальные объекты. На самом деле это все очень просто. Дроны сейчас вышли на новый уровень, они могут быть бесшумные, они могут летать, парировать, они даже могут, друзья, напасть на человека. И перед вами как раз виден один из этих кадров. И знаете, что самое интересное? Вы не поверите мне, потому что все это неправда. И вообще, здесь ничего не проходило. Я просто в шоке был, когда парень кричит «снимай меня», а я буду снимать дальше. И в общем, уникальный момент. Но опять же, друзья, это единичный случай. Нет, не единичный. К следующему ролику вас шокирует. Это военная часть, которая была атакована летающим объектом. Но как атакована? Знаете, что вся сеть, которая идет через напрямую на рации, именно с главного допуска управления. То есть голова. Это, друзья, передатчик данных. И поэтому мы видим, как объект НЛО подлетел к этому, можно сказать, вышке, которую передавали военные, и напало на их. То есть все данные, которые были перехвачены именно с этого объекта. А может, это вообще какие-то спецслужбы были, и они атаковали эту вышку? Неизвестно. Неизвестно ничего. В общем, если, друзья, вы думаете, что мы больше находимся в защите, я хочу вам, чтобы вы это часто смотрели, эти необычные видеосюжеты. Поэтому множество из вас так и думают. Как вообще он может это снимать? Стой, смотри на него, чё он? Ага. Поснимай вот так. Офигеть, какой гигантский. Он что, за мной прилетел? Ух ты, блин. Я не поверю никогда так. О, друзья, вот что скрывают от нас. Да. О, друзья, прям здесь случилось это все. Это ужас. Даже мне страшно говорить.
Всем привет, друзья и подписчики! Вы на канале Тайна НЛО. Но сегодня мы раскроем еще очень интересную тайну. Знаете, что самое интересное? Это то, что иногда нам кажется, что это не НЛО. Я не к тому хочу вас напугать, а к тому хочу, чтобы вас донести эту информацию. Ведь множество из вас, людей, которые смотрят мой канал, утверждают, что это все-таки фейк. Но нету доказательств обратно. Я за последнее время сделал очень интересное и необычное явление. Какие-то могут быть секретные разработки. Да, они есть, друзья. И их немало. Россия, Китай, США, там, Британия, там, Индия. Все они разрабатывают. Но что здесь на самом деле главное? Это то, что множество из вас, людей, которые смотрят наш канал, думают, что это все-таки фейк, неправда или что-то еще. Разработки тайных вооружений, кстати, это самое интересное. У каждой страны есть свой министр обороны. Каждая страна пытается разработать технологию, создать какие-то иные события, и чтобы эти иные события происходили уже в другом необычном формате. Вот, например, один из этих форматов, то, что множество людей наши, которые смотрят наш канал, утверждают, что все это постанова. На самом деле нет, друзья. Множество людей, которые реально видят НЛО или что-то еще, часто путают. Например, посмотрите вот этот видеосюжет. Как вы думаете, что вы здесь видите? Правильно. Очевидец заснял, как летающий объект именно к нему подлетел. Знаете, что самое интересное? Это может быть и дрон. Да, дрон военный. Я уже об этом говорил, когда человек вступает там в какую-то зону, желтую, оранжевую или даже красную, происходят нелепые события. Можете мне не верить, можете верить, но на самом деле происходит это очень быстро. Одним днем в этом месте, где вы сейчас смотрите видеосюжет, находились группа людей, которые специально приехали в эту зону. Знаете, что самое интересное? Они много раз видели какие-то странные, аномальные и даже чудесные явления, но тут их опередил только один момент. Это то, что вы видите прямо сейчас. Военный дрон, летающий, это не тот, который с крыльями, который с пропеллером, это совсем другое. Подлетел к парню, который был в ужасе, когда начал снимать. Знаете, почему красные зоны? На красной зоне видна отметка, когда человек входит или в лес, или куда-то еще, в поле. Есть необычные такие столбики, их обмазывают красными цветом краски. И когда человек заходит туда, то все, пути может быть обратно. Установлены, что здесь нельзя снимать, здесь нельзя запускать дроны и так далее. И вот в таком необычном формате происходит. Но самый интересный момент, это происходит на побережье Черного моря. Нам удалось все-таки, друзья, достичь огромной цели. Мы засняли необычное явление. Перед вами находится военная часть, которая охраняет именно побережье Черного моря. Где это видео сняли, я не могу сказать, это секретно. Но мы видим, что с левой стороны располагаются радары. А вот справа, друзья, это располагается пушка, плазменная или лазерная, неважно, они почти одинаковые. Но суть в том, что у этого автономного орудия достичь цели до 170 километров. Представляете? То есть мы можем не видеть своими глазами, что за цель, но этот объект, то есть оружие, может достичь цели очень быстро. В основном множество людей спрашивают, почему такое может произойти. Да мы не знаем разработки тайн, кто их создает, для чего, может охранять наш периметр, может нашу землю, а может вообще для той страны, чтобы она боялась. Но это еще не все. Да, это в России было заснято, есть еще множество таких технологий, которые я вам показывал, и их очень много. Но тайна в них засекречена. Это, скорее всего, военный снимал эту необычную структуру вооружения. Но это еще не все. На побережье Черного моря, прям недалеко от бухты, был замечен нечто интересное. Я сперва подумал, может, это подводная лодка. Да нет, это не подводная лодка, может, это тогда надводное оружие. Нет, это не надводное, друзья. Оказывается, что это, можно сказать, сторожевая башня.
Ну, кто-то из вас, наверное, слышал, были раньше такие башни, которые в Римляне и так далее, 5-10. Но здесь прям на воде эта башня. Это может фейк быть, может это какая-то необычная угроза. Но суть в том, что это необычное было заснято очевидцами. Множество людей, конечно, будут считать, что это фейк и неправда. Но на самом деле, друзья, я не хочу вас напугать. Реальные кадры, которые мы сейчас с вами видим, они ужасающие именно масштабно. Поэтому множество наших любимых зрителей, подписчиков или там ценителей каких-то интересных видеосюжетов видят это. Кстати, это тоже засекреченное место, где именно, я не могу сказать, потому что вся информация, которая происходит, она будет засекречена. Даже если вы думаете, что это фейк и неправда, это вам решать. Но я не хочу вас пугать, друзья, поэтому то, что вы видите, смотрите, это, скорее всего, какая-то технология, которая от нас скрывает. Но это еще не все. Дальше мы заметили супертанк. Вот тут очень интересно. Кстати, это военный полигон, и точно информацию не буду говорить, но мы можем увидеть, как танк стоит прямо на открытом небе. Это нового поколения танки, и скорее всего это не один, можно сказать, супертанк. У него расстояние 3700. Представляете? Кто создал этот танк, мы можем догадываться. Но опять же, всю информацию я не могу вам рассекретить, потому что есть множество нюансов. Но опять же, а если это все-таки фейк? Допустим, тогда зачем они выкладывают это видео, чтобы люди думали, что это реально? Нет, на самом деле мы можем только видеть те иные события, которые нам дают эту информацию. Подумайте сами, друзья, а верите вы в это, что есть супертанк, суперсамолет, суперкорабль или что-то еще? Я много раз хотел у вас просто спросить, друзья. Пожалуйста, если вам понравился этот необычный видеосюжет, то поставьте лайк или хотя бы подпишитесь. Я буду очень вам благодарен, и самое главное, что вы смотрите нас. Но и все-таки, друзья, оставлю это видео на рассмотрение вам. Правда это или нет, оставьте комментарий, потому что я хочу знать ваше мнение. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч.